Всем большой привет! Мы с вами, как самые настоящие шопоголики, в предновогодние дни находимся у порога Глобуса. Вот прямо здесь у входа. Это Касино, Москва, Новоухтомское шоссе, дом 2А. Только-только открылся в конце ноября этот Глобус. Это 19-й гипермаркет в России. Огромнейший, 10 тысяч квадратных метров внутри. Мясной цех, рыбный цех, кулинария и интернет-магазин. Здесь есть подземный паркинг, ресторан. И, между прочим, еще Глобус крутит суши и роллы, если вам этого мало, то, что я перечислила. А здесь кто-то, смотрите, устраивает жуткие гонки. Здесь вообще на улице парковаться опасно. Смотрите, что творится. Жуть. Что еще удобно, это то, что гипермаркет Глобус работает круглосуточно, представляете? Круглые сутки, вот, пожалуйста, огромные торговые ряды. Так, а здесь какая-то засада с тележками. 10 рублей. И все, и мы уже на коне. Так, вот он справа, ресторан. Далее. Слева тут у елки новогодние всякие товары, продукты и подарки. Вот подарочные корзины, смотрите. А, шоколадная фигура, это не подарочная. Я уже думаю, неужели 69 рублей корзина? Нет, это шоколадная фигура, золотое правило. Тигр в колокольчике, 69. Смотрите, проценты, проценты, акция, акция. Ну-ка, что тут? Валио нарезка, 99, сыр голландский. Минус 36% по карте. Еще надо выяснить карту, как заводить. Докторская колбаса вареная без глютена, без усилителей вкуса. Я обычно такую беру. Вот мясной дом Бородина. 189 рублей. Минус 50% по карте. А без карты 379. Мне все это напоминает ленту, но мне кажется, Глобус круче. Я, между прочим, первый раз в Глобусе. Бекон венгерский. 139. Тоже можно взять копчено-вареный, копчение на дубовой щепе, вилкомовский, 200 граммов. Здесь же сегодня по акции творог деревенский, 9%, 69 рублей. Сметана простоквашина, 63. Так, осталось нам с вами только карту завести. Сырки по 29, Светлогорье, а так 44. Ой, как красиво все разложено, аппетитно. Разберемся с красной рыбой. Семга слабосоленая из холодных морей. 1 килограмм 1500, а так по акции 459 рублей за упаковку. Здесь 300 граммов. Ну, такая сейчас цена, да. Что еще? 155 форель Карелия, 100 граммов. Вот она, карельская. Собственное производство. А, это собственное производство Глобуса. Вот о чем я вам и говорила. Кстати, можно взять слабосоленое филе кусок и хранится до 21-12. Может заморозить, да и все. А, итого 405. Это 100 граммов. Так что будем внимательными, чтобы не попасть в просак. Ух, какие тяжелые. Знаете, сколько весит? Наверное, килограмма 3 наполнение тигренка. Очень хорошие комплекты, наборы. Красный Октябрь, Бабаевский, Ротфронт. Просто замечательные. Тут уже пахнет шоколадом. Новогодний календарь Харибо. Так, а наборы эти стоят, знаете, сколько? 600, 600, 500, 800. В общем, в пределах 1000. Вот на этого тигренка цены, между прочим, нет. Сундучок тоже тяжеленный, 1,5 килограмма, 1700. Но он действительно, ой, он действительно как золотой сундучок, очень красивый, качественный. И самое главное, что конфеты известных марок. Шоколадные фигурки, вот тигренок, смотрите, какой из шоколада, 269 рублей. Так, что тут еще? Символы года. 35. Знаете, сколько сейчас времени? Почему так мало людей? Но зато как просторно, светло, хорошо, никто не мешается.
2 часа 14 минут. И я не шучу. Ночи. Тут тоже сколько новогодних подарков. Видимо-невидимо. Я таких не видела ни в каких других магазинах. Да, в большом супермаркете, в гипермаркете, конечно, выбор намного больше, шикарнее. А это что такое? Фигуры Дед Мороз и Снегурочка. Пингвин. Ух ты! Керамический. И дальше еще больше и больше. Смотрите, от Бабаевского книги металлические контейнеры с шоколадными конфетами. Но не везде здесь есть ценники. Если буду находить, вам все скажу. Подарок 1199. Вот этот, что ли, неженка. В общем, ценники не везде. Так я вам покажу. Все, конечно, обойти невозможно. Сейчас зайдем в отдел мяса. Посмотрим, что здесь ночью творится. В отдел рыбы. Скидочную полочку я вам уже показала. Смотрите, молоко, между прочим, дешево. Минус 30%. 77 рублей. Но здесь и не 3,5 жирность, а всего 2,5. Светлогорье. Литр 3,2 жирность. 74. Посмотрим на продукты, которые могут понадобиться для приготовления салатов и вообще новогодних блюд. Например, слобода, оливковый майонез. Минус 17%. 800 миллилитров. 129 рублей. В ведерке провансаль 143 по акции. Фруктов, овощей здесь, конечно, огромное количество. Посмотрите, какой выбор. Даже арбузики маленькие есть. Гора из яблок, апельсинов и наверху ананасы. Сейчас мы туда тоже подойдем. Клубника. Скидка 43%. По карте 199 рублей. Вот, пожалуйста, для украшения десертов на Новый год. Так, что тут еще по скидкам? Малина 199 рублей. Ой, как хочется малину свежую. Голубика 159, тоже по скидке. Но какие-то фрукты здесь и дороже. Например, бананы органик за килограмм 109 рублей, потому что они органик. Сезонные фрукты, например, хурма Шарон 149 рублей, а хурма фермерская 239. Тоже потому что фермерские продукты из-за этого, видите, пометочка, из-за этого и дороже. Вот какая-то желтенькая, королек. Вот, пожалуйста, 79 рублей. Уже такая цена хорошая. Кабачки зелененькие, как будто бы только с грядки. 149 рублей за килограмм. Маленькие, аккуратненькие цукини. Скидка 35%, 129. Смотрите, какие классные. Тепличные томаты 89 рублей. Ну, это я неудачно взяла. Вот, получше. Пахнут, как будто бы действительно в теплице. Вот томатным таким запахом зелени томата. 89 за килограмм. Розовые по 129. А есть, смотрите, черные томаты. Кумата. 319 рублей за килограмм. Они, между прочим, очень сладкие, вкусные. И розовые фермерские 600. Вот это да. Видите приписку «фермерский продукт». Вот он, зелененькая табличка. Значит, в два раза все дороже. Сорт Гаргантюа 400. Смотрите, они тут даже на какой-то стружке бережно уложены. И сливовидный желтый 219. Салат здесь 99 за килограмм. Я как раз купила недавно в Светофоре. Ну, тоже фермерский продукт. По 99. Так, базилик 79 в горшочке. Мелисса в горшочке. Так, это что такое? Базилик, дуболистный салат, 79, базилик зеленый горшочек, салат дуболистный 99, листовой 69, а гранаты, между прочим, опять фермерский продукт 339, вот я не зря купила по 70 рублей за килограмм в Светофоре, очень даже удачно тогда. Авокадо за штуку 79, нормальная цена, по-божески, правда они мелкие. Арбуз без косточек идет по скидке сегодня. 21%, 259 рублей. Вон какие малыши. Наверное, на килограмм и потянет, а может даже меньше. Смотрите, как удобно расположены стеллажи. При входе подарки для детей, затем акционное молоко, затем здоровое питание, полочки. Тоже удобно. Вы можете прям к ним подойти и взять то, что вам нужно. Если вы придерживаетесь здорового питания. Там в самом конце корма, стиральные порошки, посуда, молоко, яйцо, пельмени, пекарня собственная, затем рыба, отдел суши, мясной цех
и справа зелень. Посередине здесь уже овощи, фрукты мы с вами видели. И я вижу, что там вот сырокопченая продукция. Я себе уже, смотрите, отобрала две колбасы вареные докторские, ну, из обычных продуктов, естественно, хлеб, булочку. Вообще, я приехала сюда за сахаром, посмотрим, что еще наберу. Конечно, плохо, что ночью некоторые отделы закрыты, например, вот здесь готовых продуктов, там всякие салаты и прочее, меняют экспозицию, но это и понятно. С утра положат, я думаю, все свежее. Так, и здесь уже какие-то наборчики. Овощной рагу 39,99. Смотрите, все почищено, нарезано. 303 рубля, ага, это за 100 граммов. 303 рубля, но все равно. Смотрите, кабачок, перец сладкий, баклажан и луковица. Все за вас сделали. Овощная приправа с перцем для борща, например. О, какая красота. Порезано, открыть только, да все поджарить, досварить. 291 рубль у вас, больше обойдется, не считая мяса. Овощи для вок, вот это да, 200 рублей. Тут и китайский салат. И тоже перец, морковка. 35 рублей за 100 граммов. А вот это удобно. Смотрите, 112 рублей морковка. Правда, нужно смотреть на дату. Можно разложить по пакетам, да заморозить. О, это я в нужное место забрела. Спаржа по-корейски. Салат спаржа. Вот такая спаржа по-корейски. Ну-ка. О, большая упаковка. Маринованная по-корейски. 14 суток, но я этого производителя еще не брала. Тоже не знаю, это все неизведанные для меня какие-то новички. 259 за 450 граммов. Ну, возьму вот эту 159. Как раз попробуем, все вам расскажу. Грибов тут только шампиньонов несколько видов. 169 рублей, вот средняя цена. Притом неплохие, шляпки не раскрывшиеся. Беленькие, хорошенькие, крепкие. Посмотрим производителя, Россия. Мастер Гриб, Российская Федерация, Дзержинский район, деревня Старки. Перец тоже блонди, перец жгучий зеленый. Есть перчик красный жгучий, каких только нет. Рамира, блонди, оранжевый, желтый. 199, 279. Мне как раз нужен зеленый лук. Смотрите, укроп, например, по скидке 25 рублей. Ну-ка, самое главное, чтобы он не был почерневший. Неплохое, можно помыть и заморозить. Я так делаю. Помыть, немножко подсушить. И что? Ему 2 дня всего. Ну-ка, надо хороший выбрать. Ему всего 2 дня. Но он уже не очень хорошо себя чувствует, но в заморозку пойдет. Да, и зеленый лук. Чуть было не забыла про него. Собираюсь завтра готовить кулебяку. Я тестирую, уже второе блюдо буду готовить из палтуса. Кстати, вкусная рыба из светофора. 48 рублей. Зеленый лук. Салаты от Белой Дачи. 149 айсберг, 180 граммов. Так, по 119 разобрали. По акции 199, 150 граммов. Но здесь огромная. Витамикс с ярким вкусом. Давайте смотреть по акциям. Руккола 169 по карте. 65 граммов всего. Ну, с мясом, с говядиной, со свининой у нас сегодня пролет, потому что ночь все-таки. Зато посмотрим куриную разделку. Вот она так и называется. Хит продаж. Сосиски «Глобус» 100 граммов 34 рубля. Вы покупали когда-нибудь? Я нет. Мясной продукт, изделия. Так, смотрим состав. Свинина, шпик, вода питьевая, говядина, молоко сухое, нитритно-посолочная смесь. И есть глютамат натрия. Очень даже неплохой состав. Смотрите, свинина на первом месте. И что мы тут видим? А мы тут видим от первой свежести. Так, куриная разделка. Бедро 245 за килограмм. Троекурово. Петелинка, например, крыло 269 за килограмм. Петелинка, бедро 199 по акции. Но у меня пока морозилка вся полным-полна. Даже некуда положить. Филе бедра 364. Окорочок 319. Ну, в общем, вот такие цены. Филе куриное 429. Но сейчас высокие цены. Продукты везде подорожали. Я помню, раньше за 200 рублей можно было такое филе купить. А сейчас все. Не все еще потеряно. Тут стейки говяжьи, баранина.
лопатка молодого барашка по скидке 699. Но здесь такие деликатесы. Мясо, стейки, тут же к ним и соусы. Тут такие мраморная говядина, стейк чак айролл и всякое такое с интересными названиями. Стейк говяжье пекание, медальоны из свинины, мраморная говядина. Так, двигаемся дальше. Петруха, индейка, тоже несколько полочек, например. Так, хотела сказать про индейку, а тут окорок куриный. Частная ферма, 329. Вот чем хорош глобус, что, посмотрите, тут параллельно можно еще и фермерские продукты ухватить. Это все фермерский продукт. Да, и тут цены, мы с вами уже поняли, другие. Видите, зелененькие таблички в два раза дороже. Вот что интересно. Холодильники с замороженной рыбой. Тут можно прямо вот так набирать. Хек-тушка, 229 рублей акция. Шикарно. Я думаю, надо что делать? Брать пакет и складывать рыбу. Смотрите, какая прелесть. Здесь и перчаточки выдаются. Горбуша гигантская, 199 рублей. Тоже скидка вместо 300. В общем, 200 вместо 300. Посмотрите. И она не разделанная. Может и икра попасться, и с головой. Можно и супчик сварить. Красота. Мне кажется, тоже нужно взять горбушу. Правда, огромная. Кека точно беру. Я наберу сейчас маленьких, потому что их, мне кажется, вкуснее всего. Сначала обжарить в муке, потом в сметане запечь. Да еще без головы. Все разделано. Смотрите, я вооружилась перчаткой. Теперь руки не будут пахнуть рыбой, как после светофора. Помните, была проблема? Вот. И попробуем взвесить. Вот он, кек. Килограмм, наверное, наберу. Рыбу нужно есть. Нужно есть фосфор. Что там еще? Кальций. Все на свете. Для здоровья, для памяти, для скелета. Ну и вообще. Здоровые почки, крепкие нервы. Есть, конечно, подсушенные, но потому что без глазури рыба, я думаю, достаточно. Потому что место у меня ограничено в холодильнике. Нужно об этом помнить, не забывать. 33 кнопка. Давайте взвесим, насколько у нас выйдет рыбное богатство. Так, 33, да? Не, хек, да. Ага, 367 рублей. Печать. Вот и все, смотрите, красота. Цивилизация. Ой. Здесь рыба со всего света, видите, не просто так. Я даже не буду снимать перчатку, потому что там такое изобилие холодильников, мне кажется, еще что-то придется выбирать. А, горбушу мы хотели с вами взять. Сейчас возьмем горбушу, выберу самую небольшую. Уже охранник интересуется, что я тут делаю. Вот он ходил, смотрел, что я там в холодильнике открывала, закрывала. Ну, пусть камеры наблюдения просматривают. Ничего мы преступного не делали с вами. Вы свидетели. Так. Рыба вся огромная. Даже не знаю, стоит ли связываться. Но из горбуши суп. Суп отличный. Значит, килограмм 199. Цена отличная. Что это такое? Паразиты или что это? Какая-то фигня. Смотрите, и не посмотреть жабры. Поменьше бы какую-нибудь выбрать. Ну как это сделать? Это, мне кажется, маленькая. О, и здесь видно жабры. Жабры красные, не коричневые. Глаз не видать. И она компактно изогнулась, удобно будет положить в ящик. Так, выбрасываем перчатку и положу во второй пакет. Номер 45. Мы с вами уже тут знаем. 31-60, 45. Горбуша замороженная. 168 рублей. Одна тушка. Можно разрубить на две части и сварить суперсуп. Два. Две ухи. Это как в мультфильме. Помните, а две можно? Можно. А три? И три. А восемь? Можно. И сделаем маленький восемь шапочек, которые
на мизинец не налезут. Ну вот и все на этом. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, а также интересно. А если это так, спасибо за лайки, комментарии и подписку. Сегодня мы с вами побывали в огромнейшем гипермаркете «Глобус». Адрес у него Касино, Новоухтомское шоссе, 2А. И магазин этот круглосуточный. То есть, пожалуйста, хотите днем, хотите ночью, приезжайте. Двери всегда открыты. Есть парковка снаружи, есть парковка подземная.